час, да, можно? Едем, едем. Лёг в рот. Держу. Плавненько руками. Плавненько. Возвращаем. Выезжаем на центр перекрестка. Это перекресток. То есть мы должны сейчас разворачиваться на зеленый сигнал светофора. Но если из-за машин не получится, мы завершим маневр уже на красный. Крути руль, машина останавливается, крути руль полностью, поехали. Поехали, поехали, поехали. Поехали. Видишь, вот этот дядя выезжает на грузовике. Он тебя не дождался. Ну уже пропускай его. Пропускай его. Остановись слева. Видишь, пешеходы идут. Вот их пропустим. Правильно, машину включить. Еще по сторонам посмотрела. Поехали, все. Поехали, поехали. Это перекресток, его нужно покинуть. Как-то так. Будем разворачиваться тут. Разворачиваться? Да, вот смотри, у нас светофор горит красный. Мы останавливаемся на стоп-линии. Стой. Поперечное движение, видишь, едет? Угу. Все, ждем. Начинается зеленый, можно выезжать. Да, выезжай, не крути руль. Прямо выдвигаемся. Давай, давай, на центр перекрестка уходим. Включи просто левый поворотник. И рулем не болтаем. Еще, 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 еще. Вот так, стоим. Все, пропускаем встречный поток движения и поедем. Этого много. Ну ничего страшного, загорится красный, мы повернем уже на красный, набегающий, завершим маневр. Крути руль. Поедем. Ну потому что машины быстро едут, а ты второй раз в жизни будешь разворачиваться. Туда что ли? Нет, мы поедем в обратном направлении. То есть мы пошли, крути руль, поехали. Поехали, поехали, поехали. Может все-таки развернуться? Выравнивай руль, мы делаем это разворот, поехали. Я ж не говорил поворачивать, все, поехали, 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 поехали.